Ребят, всем привет! Вас приветствует компания AcuLoft. Сегодня у нас на обзоре вот такая магнитола DV Pioneerock, модель 7135. Вот так вот выглядит само устройство. Нас встречает яркий экран, поделенный на удобные зоны для управления. Здесь у нас плеер, здесь у нас календарь. Мы будем смотреть время, дату, чтобы не заблудиться, не потеряться по дороге за этой магнитолой. На этой магнитоле можно просматривать видео с флешки, можно просматривать видео с телефона. Здесь есть функция CarPlay. Кто не знает, что такое CarPlay, это трансляция с телефона картинки на экран магнитолы. Есть здесь Bluetooth. Выходная мощность этого устройства 4 на 50, ну то есть на 4 динамика будет мощность 50 ватт на канал, ну грубо говоря. Также здесь есть радио, можно прослушивать ваши любимые радиостанции. Что у нас еще показать? По настройкам звука. Вот такой встречает нас 12-полосный эквалайзер. Можно каждую полосу поднастроить под вас, как вам будет удобно. А можно выбрать предустановки рок, поп или классик. Также здесь усиление звука loud, loud sound. Мы его можем включить, можем выключить. Эквалайзер можем поменять. А можем поднастроить под себя каждую полосу. На какие марки авто это магнитола? Ребят, абсолютно на все. Hyundai, Lada, Kia, Granta, что еще? Mitsubishi, Mazda, Renault. На все марки авто. Устанавливается эта магнитола через переходную рамку в каждый автомобиль. Так что, ребят, как видите, магнитола работает быстро, исправно, не зависает, а потому что зависать нечему. Какие еще в ней есть плюсы? Конечно же, крутилка громкости. Как видите, быстрый отклик. Можно пользоваться крутилочкой громкости, а можно прямо на экране регулировать громкость. Вот как видите, веду палец, и громкость тоже увеличивается, либо убавляется. Еще раз повторюсь, быстрый отклик, ничего не зависает, ничего не тормозит. Да потому что нечему тормозить. Также можно треки перематывать на кнопочках. Можно еще, да, еще у нее есть плюс. Один очень хороший. Ночью, когда вы едете, и вам, чтобы магнитола не отсвечивала вам глаза, как-то, чтобы не было дискомфорта при движении, можно погасить, просто нажав два раза на экран. Вот видите, уже стало темнее. Нажимаем еще раз. Все, экран у нас потух, горят кнопочки, чтобы мы могли переключить наши любимые песни. Далее, чтобы экран у нас загорелся, делаем просто одно касание, нажатие на экран. Оп, все. Все у вас работает, все круто, классно. Так что, ребят, по всем вопросам подбора и приобретения обращайтесь, переходя по ссылкам в описании. Также, ребят, что же по комплектации? Нас встречают два вот таких разъемчика. Для подключения они идут в комплекте. Это у нас этот разъем, он у нас отвечает за звук, чтобы магнитола могла воспроизводить на штатной акустике, либо уже не штатной акустике, может быть, вы заменили динамики, чтобы она могла воспроизводить звук. Вот у нас служит вот этот разъемчик, он идет в комплекте. Также второй разъемчик, это у нас питание, он отвечает за то, чтобы магнитола в принципе включалась, за то, чтобы она могла запустить камеру заднего вида. Кстати, да, на этой магнитоле можно подключить камеру заднего вида, и все у вас будет работать. Отвечает за это вот этот розовый проводочек. Далее, вот такой пультик, о котором я говорил, пультик на руль. Сейчас распакую его. Вот такой вот пультик. Устанавливается он на руль, здесь у него батареечка. Здесь у нас все это крепится, одевается, и пользуемся пультиком. Ну, будто бы у вас есть пульт, мультируль, так скажем. Далее, что у нас еще встречает? Вот такие кронштейны сразу с болтиками для более качественной установки этой магнитолы в ваш автомобиль. Как видите, все запаковано, все в мешочках. Два кронштейника таких и 4 болтика нас встречают. И что тоже самое немаловажное, что интересует абсолютно всех, гарантийный талон. Да, ребят, если что-то случается с устройством, в течение 6 месяцев, гарантия на устройство действует 6 месяцев, вы можете обратиться, и вам спокойно заменят это устройство в любом из наших магазинов.